Полицейский спас детей от ротвейлера. Битва грузовиков на советском тракте. В Оричах задержали пенсионерку-заломщицу. И на Лепсе Ауди едва не переехал девушку. Привет, друзья, это «Место происшествия», с вами Михаил Вагин. Мы собрали для вас лучшие видео и новости к этому часу. Но кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети. У нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Жители Советска благодарят своего участкового Георгия Шевнина. Полицейский, не имея опыта работы с собаками, смог успокоить агрессивного ротвейлера. Это произошло в одном из самых оживленных мест города. Разъяренная собака без намордника в отсутствии хозяев бегала возле магазина и кусала прохожих. Пострадали как минимум трое детей. Ни взрослые, ни медики скорой помощи не смогли усмирить животное. Собака норовила укусить каждого, кто к ней приближался. Все подробности в репортаже Сергея Пичугина. В тот день Диана с тремя детьми пошла в магазин, чтобы купить конфет на день рождения дочери. Мама была с коляской. Мама только высунула коляску из магазина «Звениговский», и она набросилась на нас. И мы закричали. У 8-летней Насти ротвейлер покусал обе ноги. Девочка почти каждый день вынуждена была ходить на перевязку в больницу. Вон там еще под винтом где-то все. Это вот собака, да? Да, нам еще под винтом. Больно ей? Ей до сих пор больно. Они ночами разговаривают. Собака, это снится ему. Им обоим. Это такой страх, это стресс для них. Психика-то вообще надломлена, она у меня и так собак-то боится. Досталось и 10-летнему сыну Дианы Ивану. Ротвейлер зубами вцепился в его лодыжку, повалил мальчика на тротуар и порвал куртку. Не пострадал только младенец в коляске, но и он, по словам Дианы, сильно испугался агрессивной собаки. Это тоже ночью-то просыпаться, он все аваф, аваф. Тоже ведь страшно. Еще один пострадавший 15-летний школьник. На этих кадрах он забегает в торговый зал и пытается спастись от собаки в магазине. Кстати, там продавцом работает его мама. Но ни она, ни посетители, ни даже приехавшие медики скорой не смогли успокоить разъяренное животное. Очевидцы сразу позвонили в полицию, и на место приехал участковый Георгий Шевнин. Собака породы ротвейлер, поэтому я принял сразу же меры по тому, как ее отогнать от граждан, потому что она была, скажем так, агрессивна, прыгала на людей. В такой ситуации применять огнестрельное оружие представлялось небезопасным, так как все-таки скопление граждан, выходной день, и это людное место у магазина. Полицейский взял у очевидцев веревку, скомандовал собаке сидеть и привязал ее к пандусу. Я непосредственно находился с ней здесь, она сидела у меня у ноги. И потом вот так я схватил за ошейник и вот так с ней стоял, держал ее. До приезда хозяев. Как выяснилось, собака убежала из этого дома. Он находится в километре от места происшествия. Но на момент съемки хозяев там не было. Вместо агрессивной собаки этот безобидный пес. По телефону один из жильцов, Алексей, рассказал, как ротвейлер оказался на улице без присмотра и без намордника. Чуть она адекватная, просто то, что вот она выбежала на волю, грубо говоря. Сейчас с ней на поводке гуляешь, или это самое, она у меня в вольере сидит. А тут как бы получилось, ну вырвалась сама по себе, не знаю зачем. Может, дети начали прыгать, бегать, ему играть надо. Она прикусила, она никого сильно не укусила. То есть как бы не знаю, что надули, тут раздули. По словам мужчины, после инцидента на всякий случай ротвейлера он запер в подвале. Сейчас полиция назначила экспертизы и собирает материалы, чтобы отправить их в управление ветеринарии. Хозяину грозит штраф до 3000 рублей. Хочу, чтобы наказали, чтобы все равно как-то правосудие было, чтобы хозяева таких больших собак не отпускали и смотрели за ними. Более-то надежные вольеры строили. Известно, что мать одного из несовершеннолетних потерпевших готова принять компенсацию от владельца собаки. Другая мать, мать троих детей, готовит гражданский иск и, скорее всего, будет добиваться справедливости в мировом суде. Сергей Пичугин, «Место происшествия». Сегодняшнее ДТП с участием грузовиков затруднило движение по советскому тракту. Больше информации об этой и других авариях за сутки в нашем обзоре. Это случилось 9 апреля в 10 утра на 8-м километре советского тракта. Это пригород Кирова. Кадры последствий ДТП сняли очевидцы, они же узнали подробности. Этот КамАЗ якобы уходил от столкновения. Кто-то перед ним тормознул. Все, с асфальтом, сейчас асфальт еще в нем замерзнет. В эту фуру он шандарахнулся. А вот эта бочка резко тормознула. От нее был тормозной след. Они неслись очень хорошо. Кстати, диск там помят был. Пострадавших нет. Повреждения получили лишь грузовики.
А теперь ДТП с пострадавшими. В Оричевском районе не справился с управлением 76-летний водитель Subaru. Машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево. Единственный участник аварии получил травмы. В Кирове в Слободе Ленгасы травмировался ребенок. По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель Соляриса наехала на 7-летнюю девочку. Пострадавшие медики оказали помощь. Еще одного пешехода сбили в Омутнинске. По предварительным данным, 77-летний водитель Нивы сбил 63-летнего мужчину. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сергей Пичугин, место происшествия. В Оричах полицейские задержали 76-летнюю пенсионерку, которая обманула 91-летнюю бабушку. Злоумышленница зашла в дом к потерпевшей под предлогом купить картошку, а потом решила провести сеанс избавления от всех болезней. Для обряда бабушка отдала все похоронные деньги. Впрочем, целительница взяла только 80 тысяч рублей. Попросила денежку, сколько не жалко. Она мне возьми, да все принеси, сколько там у нее. Ну все, я не знаю, правда? Я за ней не пошла ведь. А фатуши она принесла. Я не сдержалась и взяла. А сколько взяла, сама не знаю. Что-то тонко больно осталось. Ну, то есть вы давали ей пачку? Да. А когда она вернула, тонкая была уже пачка денег, да? И вы поняли, что меньше. Отсутствует примерно половина этих от пачки денег? Меньше даже. В результате проведенных манипуляций с деньгами подломила часть денег, ушла из квартиры и скрылась с места совершения преступления. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные деньги, изъятые, будут возвращены потерпевшим. Полиция призывает не доверять незнакомцам и не передавать им денежные средства. Помните, тратить свои кровно заработанные нужно только на полезные вещи. Например, обновить в доме печь или поставить дымоход. В этом вам помогут специалисты сети магазинов «Ермак». Там всегда в наличии по доступным ценам твердотопливные котлы, а также аксессуары. Теплообменники, баки для воды из нержавеющей стали, регуляторы тяги и смесители для колонок. В магазине «Ермак» вы найдете дымоходы различного диаметра, парообразователи, экономайзеры. А для любимых клиентов действует система лояльности. Магазины «Ермак» находятся по адресам. Проселочная 18Б, Дзержинского 79Б, производственная 29В и Щерса 117Б. О Вятских Полянах осудили 33-летнего Максима Овчинникова, который заступился за девочку-подростка. В июне прошлого года в подъезде на лестничной площадке у него возник конфликт с приятелем. Максим узнал, что его знакомый приставал к несовершеннолетней и высказал ему претензию. В ответ Овчинников получил 2 удара по животу, упал, потом поднялся и ножом порезал товарищу бедро. За причинение тяжких травм Максиму дали 1,5 года колонии общего режима. Подсудимый не согласился с приговором суда, назначенным наказанием, обжаловал судебное решение в суд апелляционной инстанции. Вместе с тем его доводы признаны несостоятельными. Определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда состоявшийся приговор оставлен в законной силе. Раненому знакомому осужденный возместил вред и выплатил 20 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел этот факт, а также смягчающим обстоятельством стало аморальное поведение потерпевшего. Ну а теперь топ народных видео. На улице Лепси невнимательный водитель Приоры едва не сбил пешехода-бегуна. Шофера не смутило, что попутный автомобиль, который ехал слева, остановился у перехода. Мужчина продолжил движение и, скорее всего, бы сбил спринтера, но тот сам отскочил. Такие знаки судьбы лучше не игнорировать. Еще один пешеход-бегун там же на улице Лепси едва не пострадал. Но в этом случае женщина стартовала на зеленый сигнал светофора и была уверена в безопасности. Но водитель Audi поехал на красный. Пешеходам на Лепсе пока везет. На улице Ульяновской все шансы остаться без самоката и получить травмы были у маленького мальчика. Ребенок не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора и поехал на красный. С
Скорее всего, родители обсудят это видео вместе с сыном на семейном совете. Ночью на улице Производственной лучше не торопиться переходить дорогу, даже если горит зеленый сигнал светофора. Это четко для себя поняла женщина-пешеход, когда перед ней проехал кроссовер. Таких лихачей нужно обязательно штрафовать, по-другому они, видимо, не понимают. Отнюдь не свадебный переполох произошел на улице Чистопрудненской. Водитель Kia решил повернуть налево из левого ряда, при этом он помешал движению остальных автомобилистов. А может, он как раз на свадьбу спешил? Вряд ли из-за сумеречной темноты не заметила знак «Уступи дорогу» мадмуазель на Volkswagen. На перекрестке улиц Герцена и Карла Липнихта она, видимо, задумалась и не пропустила автора видео. Как, что у тебя здесь? Нет? Ты что, нормальный? Нет? Баба, по-моему. Сегодня не пропустила, завтра в автосервис попылила. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк. С нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам. Вот наш номер 8-912-827-3302. И наша почта mpkirov@inbox.ru. Будьте внимательны и осторожны. Мы ждем видео. До свидания.